Здравствуйте, уважаемые зрители. Продолжаем наше увлекательное оформление. Надо нам нафармить 15 дурацких черепов. Возможно, 15 прям нам не надо. Но лучше пусть будут запасные. Вдруг мы нафигим. Все-таки хардкор. Вот берет свое. Летим куда-нибудь вот так вот, допустим. Нафигим. Может же такое быть? Может быть. Мы, конечно, попытаемся так не делать. Мне вот интересно, можно ли пройти элиту ХЦ без этого, без фарма, типа? Ну вот, допустим, до этого момента, типа, вообще не фармить. Просто проходить локации. Не знаю. Ну, наверное, можно, но капец это будет потно. Дурацкие гоблины. Он сорвал его до того, как я успел подойти. Минус черепок. Я прям чувствую, что он там лежал в этой коробочке. Именно тот, который нам нужен. Да, поганые гоблины ее сломали. Я не смог помочь им. Мыслим кристалликом. Мне так обидно. Так, ну все. Воу-воу-воу-воу-воу. Полегче. Все-таки сундуки это хорошо, но желательно не нафигить при этом. Потому что черепки я вряд ли уберу в сундук в ближайшее время. Пока все не на фарму.
Не успел опять, да что ж такое там. Так, давайте своему пету не читаем всякую фигню. Это хрень.
Хинску. Так, а Лаванчин что дает? 40 силы. 40 силы неплохо. Воу-воу-воу, полегче, полегче. Один выжил и уничтожил мой лучок. Я его даже не заметил, если что. Может, мне 10 хватит, а? Ребят. Вот у меня сейчас 2, да? Хотя что я парюсь, тут это самое, экспута дают. Экспу дают, деньги дают, что еще надо. Правильно. Правильно. Потихонечку качаемся. Что качаем там? Давай все эту фигню качать. Я не подбираю предметы, потому что единственный вариант их продать, это отправить их с собакой. А собака 2 минуты бежит, как бы мне неохота тупить 2 минуты перед монитором, чтобы эта дурацкая собака добежала и принесла мне немножечко голды. Вещи мы в любом случае будем фармить в этом самом конце акта. Будем делать забеги на Андерлорда и параллельно смотреть, что там по шмоткам в магазине. Нам нужно будет купить предметы на 800 хп и с фокусом. Иначе нам просто на NG++ крышка придет. Нам нужно по 800 хп на каждом предмете и немножечко фокуса, иначе манка будет заканчиваться. Как бы ДПСик нам пока вообще не имеет практически никакого значения. Он растет вместе с левелом. Того, что там будет плюс-минус 10-20% ДПС, а ничего не поменяется. Мы не будем быстрее тут никого убивать.
Нам нужна палочка с каспидом. Ну, мы ее тоже, наверное, найдем. Возможно, какую-то желтую просто палочку найдем. Черепочки сейчас нафармим, нормально будет. Заодно денежек подфармим, вон у нас уже 200 тысяч. Ну и так тут всех ваншотаем, зачем нам ДПС? Нам нужна манка, чтобы это самое было комфортнее играть. Чтобы не пить эти дурацкие бутылочки постоянно. Нужны черепки, чтобы мы не дохли. А ДПСик потом нафармим. ДПСик никуда от нас не убежит. Thank you.
Куда ты лупишь, поганый гоблин? Так, мы потихонечку качаемся. Давайте брендики подкачаем, пока они нормально ДПСика дают. Будет еще огненный взять. Фишка.
Купи, пожалуйста. А, он убил его, вот же пес, а. А я уже привык к тому, что мне 4 надо подбирать. Что за фигня? Вот паразит, а. И у меня сундучок. Там наверняка был этот черепок, который мне нужен. Магвинное копье. Твою, так сказать, полезность исчерпала. По той простой причине, что оно маноэффективно в плане ДПС. Но им неудобно пользоваться. Оно стреляет только по прямой. Оно там в любую горку упирается. Вот все.
как бы урон там не с копья идет, а с проков. Надо качать скилл на проки. Я думал поиграть через проки, но это надо шмотки найти. А шмоток у меня никаких нет. У меня все мои шмотки, короче, куда-то делись. Так что я начал заново там с чистым сундуком. Как-то так. Поэтому сейчас мы убиваем гоблинцев. Я думал ради интереса, допустим, вместо гоблинов что-то еще поубивать, но... Гоблины — это самая рабочая схема по фарму этих черепков дурацких. Все остальное будет слишком долго. Ну вот тут что, в среднем один черепок с 20 заходов фармится, да? То есть в кривке посидеть можно будет, пока этот нафармишь ты 15 черепков. Че это?
Так, меня тут немножечко отвлекли. И лучше. Ты куда выпустил? Нерафин скуль. О, ничего себе, 20 мана с кулином хит, это для Равагера. А, не успел. Мистическое колечко. Колечко на память, колечко. Лучше бы ты мне, конечно, не мистические колечки бросал, а черепочки. Лимани. Вот тут что-то как-то... Как-то грустноватенько мне. Еще один Лавантин. Так. Давайте пока я эту фигню петр спинем. Вообще выкинем. Видимо, сейчас Пета отправим это самое. Покупать свиточки. О! Сюда, School of Lemoine. Может, еще один? Нет, да.
Мистический вант. Так, ладно, ребят, сейчас перерыв будет небольшой. Давайте неидентифицированную фигню все заберем. Не закупим вот этих вот штук вот. Штучек 50, наверное, да? Штучек 30, допустим. Давайте. Может, и пока на шмотки посмотреть. Так, ну что это такое? Фигня. 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 Как же так-то? Там можно вытянуть. Там был рецепт на, типа, из трех черепов сделать один, что ли, да? А какой смысл? Мне, наверное, тут проще лишние, там, 40 минут посидеть. Чем у трансмутера баловаться. Так, ну где там наш пет? Ну, возможно, хоть одна из этих шмоток юзабельная, я не знаю. Так-то я вообще ношу всякий мусор с первого акта, что ли. Вот эти вот штаны. Вот эта вот броня на 100, 101 хп. Вот это вот колечко бестолковое. Плюс 3 айс дэмэджа. Так, там. Так, 6 как спид, 9 гекстерики. Ну вот это вроде неплохо. Как спид и гекстерики. Чардж рейт ингрейс по 20%. Ну, неплохо же. Так, all damage taken reduced по 2. Какая-то хрень. Так, фигня. Character stat requirement. Бесполезная хрень. Бесполезная хрень. Так, 384 хп. И шанс отрефлектить броню. Ну чё-то какая-то фигня. 166 хп. Фигня. 580 хп и 19 гексы. Вот это сойдет. 513 хп. 9 из армара, 5 электрического урона. Хрень, но сойдет. 25 айс дэмэджа, 384 хп, 3% фаер дэмэджа. Какой-то мусор. Субтитры
Ах ты чертов гоблин, он убил мой сундук с этим самым, с черепом. Я прям чувствую, что череп должен был быть в этом сундуке. Вот зараза. Кольцо. Давай. Давай посмотрим, что это такое. Мистическая броня. Чёрт, не успел. Так, плюс один скиллпоинт, куда можно запихарить. Давайте пока бранчики качать. Братишка, ты меня больше не обманешь. Я знаю, что ты там стоишь.
По-моему, в этом сундучке в принципе не может выпасть этот, как его, черепок, потому что это обычный сундучок, а он, черепки выпадают только из синих сундучков и из боссов. Каспида, change rate плюс 15%. Слушайте, ну классный, классный пекаль, я себе такой оставлю. А эту фигню выкину. Только тут нужно 20 паучков убить. Не, мне не сложно чекать тот сундучок, просто зачем? Там ничего нет. Это пока не гоблин. Я думаю, экспа перестанет идти гораздо раньше, чем мы закончим
фармите эти дурацкие черепки. Ну, считайте, один черепок на 20-25, наверное, забегов, да, в среднем. У меня уже 67-й. То есть... Через два левела тут вообще все прекратит идти. Вообще никакой экспы не будет. Мы явно не успеем выбить 12 черепков. 12 до того, как наберем 2 левела. Поганые лавантины падают, и что хочешь с ними делай. Так, что это такое? Мукабург на выброс. Так, что тут только нет, кроме того, что нам нужно. Decrease Fed Town Travel Time. Очень интересно. А-а-а. 83 хп, 17 маны. Для инженера 73 уровня. Ну, кому оно нужно? Серьезно? Там пахает так больно. Опять сорвали мне сундучок. Что за гады, а? Ну что за фигня? Сволочи. Убивают мои сундучки. Что ли убил его, или там кто-то спрыгнул с это самое. Смотрите на них, а реально гарские гоблины.
дальше. 5. Не очень интересно. Ларчеров 5. Давай. Я туда один будет суммонить арчеров. Воу-воу-воу. Что это такое было? Что мы тут нашли? 44 фокуса, 161 хп. Ну, более-менее. Мусор, конечно, но это хотя бы... И это хотя бы что-то. От моего стальчика. Еще один лавантин. Да что ж такое-то, ребята? Ну что за фигня, а? Не успел. Так, ну что это такое? Фигня.
успеть не успел. Так, что это такое? Двадцать мили вепан дэмэдж пунов, 166 хп, фигня. Фигня. Так, выкидываем. Чески этот. Фигня. Фигня. У меня ощущение, что вот эти вот всякие предметы уникальные, они рандомайзером типа делали. То есть никто даже не задумывался, кто может эту фигню носить. Ну, успел. Господи, нет, опять не успею. Я вроде успел. Уфнопси. Алимани, какой 47 уровень? Блин, может... 113 хп. Слушайте, это можно использовать. Это чё, гловсы? И это гловсы. Ну, этот получше.
Знаете, у меня складывается ощущение, что есть еще более, как бы, рабочая схема офармить эту фигню, какой-нибудь другой портал, какой-нибудь другой локации, более низкоуровневой. Тут 4 сундука, но там может быть 3 сундука, но за счет того, что уровень будет ниже, и больше шансов найти именно Лима, а не Спу. Там, например, с какой-нибудь слизью или что-то такое. Типа нажатия эти самые в порядке. Как их зовут-то? Огненные фигулины. Левел пока идет. Thank you.
О! Короче, на 40 будем наверх. Власть. А эти сюда. Сколько их уже? 4, да? Там бесполезная хрень. Я не знаю, ее тащи это самое, тащить вообще этот мусор в город или забить. Мне уже так неохота мусор подбирать, ребят, если честно. Мне кажется, персонаж уже пережил тот момент, когда подбор мусора был бы оправдан экономически, так сказать. Я не понимаю, кому нужны эти самые такие... Такое оружие, на котором еще не... На оружие хочется получить DPS. Life Leech там. Attack Speed, Cast Speed. Для мага, да? Но никак не 1000 урона за 5 секунд. Чёрт. Из-за того, что колданул эту хрень, провафлил фундучок. Ладно. Того, что не колданул эту хрень, провафлил сундучок. Черт, как-то сложно, а? Приходится контролить. Надо просто поближе туда вставать, чтобы, короче, всех гоблинов видеть. А то я половину не вижу. И, соответственно, не могу их это самое. Изморозить и убить, да?
маков немножечко. Нет, не убивай, пощади. Левелочек будет. Станет попроще чуть-чуть. Письмо в спида. Так, у меня опять определялки закончились. Кто там остался, допустим?
Блин, за варвары должно быть офигенно проходить эту помойку. Я прям чувствую, как интересно. За варвара тут бегать по этой фигне. Пум-пум-пум-пум. Голда идет. Персонаж живет, все хорошо. Даже экспа какая-то идет. Манка. Так, что прокачаем там? Давайте манрегенчик прокачаем. Макабург. Макабург нам, пожалуй, не нужен. Ой, господи, я забыл, что мне ж туда надо прыгать и спасать. Воу-воу-воу, убейте меня. Так, ладно, ребят, я, наверное, скоро закончу. Вот еще две ходочки сделаю. Все, что я подустал от этой музычки. Прочь от моих камушков. Вы тоже грязные гоблинцы. Где последний там? Или еще немножечко пофармить? Так, ты еще фармить и фармить эти поганые черепки. А чё, экспаты все еще идет, то есть все не так плохо. Даже свиток опознавания нашли. Что? Руки прочь. Руки прочь от моих сундучков.
Я, знаете что, я рад, что не пошел фармить мантикору тогда, когда хотел. Ну, чтоб я уже бабла заработал 300 тысяч. Мне, правда, нужно 7 миллионов, наверное, на этого самого энчанты. На каждую шмотку имеется в виду. Вы не подумайте. Вышел там. Нокси. Нокси идет нафиг.
Так, это что дает? Это на выброс? Но эта фигня что дает, непонятно, да? Че там на кино набрал-то всякой фигни, да? Кто там моего пета-то избивает опять? Это не пет.
Только проклятые комары опять начали меня донимать. Я уже запомнил. Сначала нажать этот самый шторм, а потом уже все остальное. Призыв скелета 5. Сейчас я туда. Так, что тут есть там? Хоста 4. Лечение 5. Так, лечение мне не нужно. Призыв скелета 2. Призыв скелета 5. Ретрибьюшн. Промазал. Я там подобрал случайно. Давай, господи. О, черепочек. Что у меня все в инвентаре? А это самое перепуталось. Так, Нифоникс. Пацмана, спойлен он хит. Две штуки такие втыкаете в палку, и, короче, у вас бесконечный ребедж. Так, вот у меня уже 5 этих черепков. Разве не круто? Еще чуть-чуть, и я прям то самое, да, прям нафармлю. Мне, наверное, даже не надо 15, потому что там будет damage resistance со щитка.
Но его еще надо найти. Но мы можем... Нет, 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 не убивай. Не убивай эту штуку, братишка. Мне нужна. Это его. Ладно, предлагаю на этом закончить. Давайте закупимся. Выкинем то, что мы точно не будем использовать. Так, вот это мне надо. Мне надо. Это мне надо. Это надо, это надо. И это мне все пока надо. Все. Все, ребят, на этом я закончу на сегодня. Всем спасибо. Пока-пока. Пока, парни, хватит.